Всем привет! Извиняюсь, что без лица, но пусть будет так. Сегодня у нас грустное такое видео. Ушел из жизни наш хороший знакомый Алексей Иванов. Это мой наставник по лошадям был. Этот человек, которого я купила свою лошадь, когда она была еще жеребенком. И на протяжении всего времени как бы я с ним советовалась в вопросах по воспитанию лошадей. Лёша с лошадьми просто с самого детства и до последних своих дней. Он прошел Афган, этот человек был очень хорошим. И я сейчас хочу спеть песню в память о нем. Мчится конь подо мной по широкой степи, чуть пониже облаков, чуть повыше травы, и тюльпаны цветут, степь проснулась моя. Натянул